лесенкой, палочкой около ботиночек. Давай, пошел. Все, лыжи параллельно. А вы знали, что в Щелково 7 на улице Неделина 22 располагается детско-юношеская спортивная школа, где любой желающий в возрасте от 7 до 18 лет может научиться кататься на лыжах совершенно бесплатно. Все дело в том, что рядом находится большая и очень удобная лыжная трасса, которая идеально подходит как для начинающих лыжников, так уже и для профессиональных спортсменов. Мы осваиваем вот эту лыжную трассу, которая находится вот в районе озер. Ну, лыжный спорт – это, в общем, очень для здоровья хорошо, полезен. На свежем воздухе занятия проходят, и зимой, и летом мы с ними занимаемся на свежем воздухе. Зимой в основном на лыжах, летом они у нас в основном бегают, на лыжероллерах катаются. Я занимаюсь 7 лет почти. Вот. Не знаю, ну, как хобби, очень нравится кататься. Ну, привязалась, можно к этому спорту сказать. Ребят, которые встали на лыжи впервые, тренеры в первую очередь обучают правильной технике катания. Важно понимать, как вставать в основную стойку, правильно падать и подниматься, скользить по склону и безопасно тормозить. После ознакомления с основами можно перейти к освоению более серьезных навыков, например, таких как повороты и боковое скольжение. Ну, сложность какая? Если они приходят, вот, к примеру, выпал у нас снег в ноябре, да? Все ходят, конечно, так вот, в разноброс, как бы, как... У них и координации нет, и там тех навыков хождения на лыжах. Но мы им тут преподаем, у нас вот тренажеры здесь есть специальные, лыжные, как там толкаться, там с ножкой помогать и так далее. Лыжная трасса в Щелково 7 действительно удобна для катания людей разного возраста. Сюда приезжают целыми семьями, чтобы интересно и в то же время с пользой для здоровья провести время. Не назовем его развлечением, это очень полезное занятие. Потому что на свежем воздухе очень важно. Хочешь ли дочь научить? Да, первый год она у нас встала на лыжи. Вот сейчас, наверное, третий или четвертый раз попробуем. Я люблю кататься на лыжах. Пока погодные условия позволяют, важно не упустить возможность покататься на лыжах. Ведь занятие данным видом спорта – отличная кардионагрузка, укрепляющая сердечную мышцу и активизирующая кровообращение. Лыжные прогулки задействуют практически все группы мышц, а значит, являются залогом крепкого здоровья и долголетия. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.